Полные бои в отличном качестве в прямом эфире и в записи смотри с Intanto Sport. Ссылка в описании. Итак, главный бой за титул чемпиона Bellator в среднем весе. Чемпион Гегард Мусаси и претендент Остин Вандерфорд, он же Остин Ван Зан. Бойцы уже в клетке, погнали. Вандерфорд решил начать бой первым номером, но Гегард очень плотно встретил несколько раз Остина, и Вандерфорд начал действовать более осторожно. Однако, как только шел в атаку мистер Ван Зан, встречал его Мусаси, несколько раз попав в голову претендента. И в одном из моментов попал как следует Гегард и повело Остина. Дальше уже Мусаси не отпустил. Попытался спастись в борьбе Остин, но защищался Мусаси от тейкдауна и просто брутально заколотил своего оппонента локтями на канвасе. Реф вовремя вмешался и остановил бой, зафиксировав победу техническим нокаутом для Гегарда Мусаси. And still, поздравляем, Гегард. По-братски не поленись, лайк, дизлайк, коммент, подписка. Просто прояви активность. Остальные бои по ссылке в описании. Если ММА часть твоей жизни и ты хочешь в прямом эфире видеть все яркие нокауты и драматичные развязки поединков, то тебе в Intanto Sport. Только Intanto Sport показывает полные турниры Bellator, церемонии взвешивания и тематические программы, а после событий проводят разборы поединков. Подпишись, ссылка в описании.